Наш информационный партнер – газета «Местное время». Это телеканал «Тверь сегодня» в студии над городом Кирилл Амаев. Здравствуйте. Начну с наших побед. Тверские фигуристы Александр Смирнов и Юка Кавагути взяли Кубок Федерации на предолимпийских соревнованиях в Сочи. Вероятно, вместе с этим кубком пара получила и путевку на зимние Олимпийские игры. Призеры чемпионатов мира Юка Кавагути и Александр Смирнов и в Сочи не ударили в грязь лицом, став победителями соревнований среди спортивных пар в рамках первого турнира Кубка Федерации. По сумме короткой и произвольной программ экс-чемпионы Европы набрали 195,3 балла, почти на 15 баллов больше своих главных конкурентов – дуэта Ксении Столбовой и Федора Климова. И еще о Сочинской Олимпиаде. Оргкомитет зимних игр представил сегодня маршрут Олимпийского огня. Его длина более 65 тысяч километров. Основная цель эстафеты Олимпийского огня в Сочи – показать все разнообразие нашей страны и объединить ее население, так как, по сути, практически каждый сможет принять участие в этом проекте. Это великий день для нас, для организаторов и для всей России, потому что сегодня нас отделяет один год, чтобы перейти к истории олимпийского движения, эстафете Олимпийского огня, которая покроет расстояние, равное 26 переездам из Москвы в Лондон. И это составляет полторы длины экватора Земли. Эстафета Олимпийского огня пройдет через 2900 городов и населенных пунктов за 123 дня. В почетной роли факелоносцев выступят 14 тысяч человек. Я горжусь этим, что я причастна к олимпийскому факелу. Я надеюсь, что у меня будет шанс сделать это в Сочи. И я горжусь тем, что это происходит в моей стране, что очень поможет сделать наши Олимпийские игры лучшими в мире. По традиции, Олимпийский огонь будет зажжен в Греции, откуда его доставят в Москву. Эстафета передачи факела будет транслироваться в интернете. Ну и в продолжение темы. В минувшие выходные трибуны домашней арены Тверского хоккейного клуба были полны. Звезды отечественного хоккея встретились с командой ветеранов ТХК и любителей. За наших играл в том числе и губернатор Тверской области. Вместе с ним в пятерке выступали министры правительства и депутаты законодательного собрания. В последнее время в Твери посещение хоккейных матчей стало самым популярным времяпровождением. Игры Тверского хоккейного клуба и молодежной команды «Тверищи» собирают все больше зрителей по сводам юбилейного. Поэтому товарищеский матч с легендами советского хоккея привлек еще больше внимания тверитян. Еще бы, не каждый день можно посмотреть вживую на игру двукратного олимпийского чемпиона, семикратного чемпиона мира Александра Якушева. Я думаю, игра понравилась не только нам, но и болельщикам, которые пришли сюда многочисленные. Потому что она проходила в такой интересной, во-первых, спортивной борьбе, а во-вторых, конечно, такая была чисто дружеская, товарищеская игра, которая позволяла раскрыть игрокам все свои лучшие качества. Александр Сергеевич выступил в роли капитана легенд хоккея. Под его началом на лед также вышли Алексей Марин, Александр Гусев, Владимир Шаталов, Александр Волчков, Игорь Мишуков, Александр Голиков, Владимир Голиков, Вячеслав Анисин, Юрий Лебедев, Владимир Бабашов, Александр Мартынюк, Юрий Блинов, Евгений Давыдов, Федор Кон. Сейчас хоккеем больны все, от президента до губернаторов и так далее. Ну, оздоровление нации – это сила страны, поэтому занимайтесь хоккеем, любите хоккей, приходите, болейте. Также в составе легенд хоккея вышел и голос российского хоккея, известный всем любителям этого вида спорта комментатор, прославленный хоккеист Сергей Гимаев. У нас самая возрастная команда, которая была за последнее время. Обычно у нас там 2-3 человека, ну, таких сравнительно молодых, 50-летних играет, 45-летних. Сегодня вообще состав среднего возраста за 60 лет. И просто я очень доволен, как ребята играют душой, сердцем. Всех представленных игроков трибуны встречали восторженными аплодисментами. Не меньше оваций сорвали и хозяева площадки. В составе ветеранов ТХК выступили бывшие хоккеисты и болельщики. Капитанство на себя взял губернатор Тверской области Андрей Шевелев. Мы хотели поиграть. И счет правильный, счет гостеприимный, но не договорной. Потому что действительно, вы видите, какие были вратари, все спотевшие. И мы старались, но что-то у нас не получалось. Но действительно матч получился гостеприимный. Также в составе ветеранов ТХК вышли президент, директор и тренеры Тверского хоккейного клуба, своим примером показывая, что хоккей – это не просто игра, но и философия жизни. Вот основная цель все-таки – это популяризация спорта в нашей Тверской области. И хоккей – один из любимых видов спорта, поэтому для меня этот матч, еще раз говорю, все-таки важен как, не как для президента ТХК, потому что просто как для любителя спорта, поклонника хоккея, конечно, большая честь для меня сыграть со звездами российской мировой величины, со звездами хоккея. Для меня лично это многое значит, потому что
все ребята, которые приехали, я имею в виду легенды хоккея, я с ними раньше играл вместе, поэтому встреча со старыми друзьями, это как бы воспоминания прошлые, это очень много. Мне нравится хоккей, я люблю играть в хоккей, поэтому тем более против таких великих людей. Это праздник для всех, для нас, для болельщиков, для города, для области. Поэтому очень хорошее событие. В стане ветеранов Тверского хоккейного клуба вышел и преданный болельщик ТХК Андрей Былинкин, который еще до недавнего времени не мог представить, что будет играть против кумиров своего детства. Это такое на фантастических фильмах только бывает, чтобы уже на закате, как сказать, своей жизни, практически в зрелом возрасте, выйти против своих кумиров, которых благотворил весь мир. Матч прошел в дружеской обстановке. Команды по очереди вырывались в счете. Каждый хотел победить. Тем не менее, победила дружба. 9-9 – ничья, которая устроила и участников, так как проигравших нет, так и зрителей. Матч получился по-настоящему зрелищным, богатым на голы и дружелюбным. Теперь о коммуналке. Пресс-служба муниципалитета сообщает о том, что в этом году на ремонт ветхого и аварийного жилья в городе было направлено 348 миллионов рублей. Сейчас завершаются работы на фасадах и крышах, и наступает время оценить успехи. Вот два дождя уже прошли, нареканий пока нет. Ремонт многоквартирных домов на основе софинансирования ведется в Твери с 2008 года. За это время было отремонтировано более 370 домов. Как правило, в программу капремонта включаются те, чей возраст превышает 40-50 лет. В первую очередь производится работа по ремонту фасадов и кровель. В департаменте ЖКХ еженедельно проходит планерное совещание с участием подрядных организаций, выполняющих ремонтные работы на домах, с участием управляющих компаний ТСЖ и ЖСК, на которых подрядные организации отчитываются о проведенных работах. В этом году на капитальный ремонт направлено 348 миллионов рублей. В эту сумму входит замена лифтового оборудования, утепление, ремонт фасадов и фундаментов, подвалов и кровли, ремонт инженерных сетей. Специалисты департамента ЖКХ регулярно выезжают на объекты и контролируют проведение ремонта. Помимо этого, учитываются все замечания и пожелания собственников дома. Ну, еще о цифрах. К этому дню почти во всех жилых домах города стало тепло. По состоянию на 8 октября, благо цивилизации подано в 2237 многоквартирных дома, в ближайшие дни, обещают коммунальщики, завершится подключение остальных домов. К теплу подключены также 289 объектов социальной сферы. На 4 объектах отопление пока отсутствует из-за неготовности внутренних коммуникаций к приему теплоносителя. Еще из городской жизни в объектив попали старый мост и парк у здания речного вокзала. Николай Вихров продолжает. Как рассказал водитель «Газели» Александр Воронцов, скорее всего, причина аварии в том, что лопнула шина левого колеса, и машину занесло на ограждение тротуара на мосту. Острые обломки арматуры разлетелись на несколько метров по дороге, что вызвало недовольство других автомобилистов. По словам Воронцова, «Газель» принадлежит коммерсанту с хлебзавода Начаковского. Похоже, терпение хозяина лопнет, ведь на этой же неделе Воронцов уже попадал в ДТП, столкнулся с Нивой на проспекте Победы. На площади перед зданием речного вокзала состоялась необычная акция – фотовыставка под названием «Сушка». Любители и профессионалы принесли свои фотографии и развесили их по веревкам с помощью прищепок для белья. Чтобы работа не испортила дождь, их разместили в прозрачных файликах. Кто-то авторство скрыл, а кто-то из фотографов не только подписал фото, но и оставил пожелание тем, кто его возьмет себе в обмен на свою работу. Проект зародился в Питере и уже прошел в ряде крупных городов России. Символом акции является обычная сушка, которой в изобилии угощались участники открытой выставки. Теперь про велосипеды. В муниципалитете очередное заседание рабочей группы по формированию концепции велодвижения. Проект рассмотрен и отправлен на суд общественности. На сегодняшний день не менее 30 миллионов россиян являются владельцами велосипедов. В Твери же только начали кое-где появляться небольшие велопарковки и дорожки. Развитие велосипедной инфраструктуры позволит избавиться от пробок и сделать воздух чище. К слову, в Москве на эти цели из бюджета уже выделили порядка 50 миллионов рублей. В Санкт-Петербурге уже вовсю работают над созданием схемы сети городских велодорожек. Серьезным шагом к развитию велодвижения в России стал проект «Национальный веломаршрут номер 1». Его суть – проложить удобный для
передвижения на велосипеде маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом, в том числе и через Тверь. Создание такого справочника поможет формированию междугороднего велодвижения и, в частности, велотуризма. На заседании по разработке концепции велодвижения в Твери, помимо инфраструктуры, продумывали, как сделать популярным этот двухколесный вид транспорта и как обезопасить передвижение на нем по дорогам нашего города. После долгих обсуждений проект решили передать представителям тверской общественности для более тщательного рассмотрения и доработки. Свести воедино все замечания и предложения планируют на заседании рабочей группы, которая намечена на конец октября. Официальная хроника с кратким обзором Анны Шевчук. Молодых дарований Тверской области чествовали в Тверской филармонии. Одноименный проект «Молодые дарования Тверского края» реализуется в регионе ежегодно. Его победителями становятся десятки юных музыкантов, художников, танцоров из многих городов и районов региона. В этом году в числе награжденных 55 стипендиатов и 10 лауреатов губернаторской премии, выбранных жюри. Всем им пришлось пройти серьезный конкурсный отбор. Право стать лучшими оспаривали более 200 человек из 32 учебных заведений культуры и искусства Верхнего. А посетители одного из торговых центров города могли бесплатно пройти медицинское обследование и получить консультацию у врачей. Здесь состоялась благотворительная акция «Будьте здоровы». Все желающие смогли бесплатно пройти диагностику – электрокардиограмму, спирограмму, оценить функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем, определить уровень сахара в крови, а при необходимости проконсультироваться со специалистами. Очень нам понравилось, как нам отнеслись, показали, все рассказали, как очистить правильно зубки. Наше молодое поколение, думаю, все сегодня усвоила, естественно, будем это делать теперь правильно. Большое вам спасибо за организацию такого мероприятия. В минувшие выходные в Твери развернулась областная ярмарка продовольствия. На площади Славы собрались фермеры со всех районов Тверской области. Для тружеников села это хорошая возможность решить проблему сбыта своей продукции, а для покупателей приобрести качественные продукты без торговых наценок. Мясо, молоко, кондитерские изделия, колбаса, мед, картофель, лук, предметы народных промыслов, меховые изделия. На ярмарке был представлен практически весь ассортимент, производимый в области сельскохозяйственной продукции. На радость посетителям была организована и концертно-развлекательная программа с конкурсами, розыгрышами и выступлениями лучших творческих коллективов региона. Настроение собравшихся не смог испортить даже затянувшийся дождь. Наши селяне очень хорошо потрудились. По картошке вдвое увеличили урожай. Полтора раза по зерну, по сравнению с нашими соседями, там, Псковом, Новгородом. Молодцы. Это значит, что у нас есть качественные продукты, которые мы можем предложить нашим тверским покупателям. И в продолжение продовольственной темы. Правительство региона всерьез собирается подружиться с садоводами и огородниками. Связи между садоводами и огородниками и правительством никакой, но это только на первый взгляд. Елена Трофимова продолжает. Самая многочисленная общественная организация в нашей стране – это Союз садоводов России. 63 миллиона человек. В Твери каждый второй житель – садовод, огородник, дачник. В холодное дождливое воскресное утро с этой мощной машиной встретились министры Тверской области, которые способны так или иначе решить их проблемы. Что нужно садоводам? Чтобы власть обратила на них внимание и помогла создание инфраструктуры, в первую очередь, или ремонта этой инфраструктуры. Я имею в виду дороги, линии электропередач, где-то водоводы, а может быть даже газификация. И это даст огромный толчок развитию территории Тверской области. Конференция была призвана объединить усилия садоводов и власти в освоении Тверской земли. Работа в этом направлении уже идет. Сейчас областное правительство активно сотрудничает с Тверским объединением садоводческих хозяйств. В этом году по подведению вот итогов урожая 2012 года крестьянские фермерские хозяйства и садоводческие хозяйства совместно собрали порядка 80% картофеля. 90% они обеспечивают овощей, 10% мяса, 78% яиц. Практически треть от всего областного объема они собирают молока. Такой масштабной конференции, такого серьезного разговора в нашем регионе не было давно. И аграрии, и чиновники уверены, для наилучшего результата нужен системный подход. Возможно, эта встреча и станет его началом. Ну, теперь о культуре. В выставочном центре на Советской открылась экспозиция картин художника Александра Дубова. Его уже нет с нами, но остались его полотна. Кстати, некоторые любители живописи увидят впервые.
Он показал русскую природу без лишних прикрас, скудные пастбища, старинные церкви с потертыми стенами, покосившиеся деревянные избы. Настоящий талант реалиста – находить и в таких пейзажах красоту и колоритность. Работы тверского художника Александра Дубова покорили множество европейских вернисажей. В России мастера наградили званием заслуженного художника, и к каждому юбилею в Твери выставлялись его картины. Теперь такие выставки проходят посмертно. В этом году Александру Дубову исполнилось бы 75. Он из плеяды тех художников, которые я бы отнес к передвижникам, который влюблен в нашу русскую среднюю такую природу, не очень яркую, но он дошел до ее сокровенных основ, и когда мы встречаемся с его картинами, когда уже самого его нет, мы все равно с ним разговариваем. Он с нами, он донес до нас своей жизнью суть того, вокруг чего мы живем. То, что надо любить, ценить и помнить. Помимо пейзажей, написанных маслом, художник писал и портреты. Чаще всего он писал жену Прасковью и дочь Наташу. Среди 60 ранних работ, выставленных в музее, центральной фигурой является портрет любимой жены. Работы очень разноплановые все. То есть хотелось представить и молодого Александра Федоровича. Здесь работы где-то с 60-х до его кончины фактически, то есть до 2000 года. Вот. Работы все разноплановые, вот. Но хотелось действительно сделать так, чтобы выставка была яркой и светлой. Вот. И на самом деле так оно и получилось. Да. И вот, как вот сегодня тоже многие сказали, что на самом деле, ну правда, то есть дух вот Александр Федорович, он как бы здесь жив. Персональные выставки Александра Дубова практически всегда проходят осенью. В сентябре он родился, и любимое время года неоднократно во всей красе изображал на своих холстах. По странному совпадению, последнюю свою картину художник также написал осенью 2000 года. После смерти пейзажиста родные нашли у него в мастерской множество неизвестных работ, которые, возможно, уже следующей осенью превратятся в очередную персональную выставку. И в завершении программы. В Горьковской библиотеке подведены итоги буктрейлеров. Это такое модное западное словечко. Иными словами, соревновались создатели видеороликов, рекламных видеороликов, к любимым художественным произведениям. Главный приз, естественно, электронную книгу, получила Светлана Самодурова, снявшая буктрейлер к роману британской писательницы Дженни Даунхэм «Пока я жива». Смотрите.
На этом у нас все. До выборов депутатов Тверской городской думы остается неделя. Удачи! Наш информационный партнер – газета «Местное время».